Подожди, не понял. А чё ты шлем одела? Ты ж была без шлема. Топор. Ну, вот это лучше, это я заберу. Чё ты шлем одела, не понял. И как он к тебе попал? Или просто одет не был? Так, топор владения. Это лучше, меч лучше. Топор заберем. Так, это было оружие? А, нет. Я с радостью понесу твою ношу. Что-то она выключилась. Да что такое? Я с радостью понесу твою ношу. Что-то я промахиваюсь, что ли, мимо этого окна? А, это все, это Лидия. Это все было. Это все, что у тебя есть. Окей, так, что я могу тебе дать? Древненордский, так, я Орочем пользуюсь. Древненордский 15. Древний Нордский 15, был 17. Нет? Или не был? 12 вес. Имперский 15, 8 вес. Так, его надо улучшить. Пойдем его улучшим в кузне. Семнадцать пять. Снимает запас. Урон холодом. Имперский лук. Надо его улучшить. Небесный стальной. Серебряный меч. Так, с этих нужно, наверное, снять зачарование. Одежда. Украшения все надо сложить. А больше ничего нету. Ничего нету. Тогда пойдем. Так. Ой, перевес у меня. Так, что куда сложить? Что куда сложить? Сюда я, наверное, сложу разное. Еще драгоценности всякие с камнями. Так, вот это разное. Все сложу. Чешуи и руды. Ох, слитков сколько. Так, слитки. Слитки мне нужны. Пойду апгрейдну. Инструмент для бальзамирования. Кожа нужна. Наверное. Так, корундовое все сложу, всякое такое. А, наверное, руду надо переплавить. Полоски пусть будут. Руду надо переплавить. Слитки. Половину оставлю. Стальной. Тарелка. Надо было схватить. Шкуры медведя, шкуры саблезуба. Саблезуба. Закинем. Так, комод. Руду переплавим. Руду переправим. Так, сюда, наверное. Так, оружие.
277. Так, а сюда закинем драгоценности. Аметистов 12, ничего себе. Инструменты для бальзамирования. Заполнен. Эти пусты. 12 штук пустых. Пусто. Пусто. Рубин. Так, и тут было кольцо, ожерелье, медный. Обруч, кольцо. Серебряное кольцо с гранатом. Что тут самое дорогое? Обруч молодого лучника. О, это я что-то зря. Что-то это я зря забрал. Золотое кольцо 75. С аметистом самое дорогое. Окей. Так, а эти? Сюда буду скидывать всякое барахло. Непонятное. Уголь, вот я не знаю для чего. Уголь. Кусочки, 4 кусочка угля. Так, все, побежали. Побежали. Так, а кухня у нас типа здесь. Тут нету никакого ни шкафчика, ничего. Но кухню надо заказать, потому что ни поесть, ни приготовить, никуда сложить ничего. На 13:01 пойдем постучим по наковальне ночью. Все, пойдем улучшать. Так, улучшать у нас где улучшать? Точильный камень. А, здесь небесный стальной меч. Будет хорошим. А имперский будет тоже на один. Всего лишь стальной слиток. Ну это да, 12, если это 8. Надо этот улучшить. Создаем. Орочий лук. Нужно рехалковый слиток. Весело. А у тебя лук какой, интересно? Я тебя прикрою. Я с радостью понесу твою ношу. Так, у тебя не показано, да? Оружие 15. Имперский 16.
И мой 16. Даем тебе. Веди. Так, на верстаке что можно сделать? Кожаная броня. Кожаные сапоги. Два куска кожи нужно. Кожаная броня. Ну давай улучшим. Две кожи. А, одну потратила. И на сапоги. 10, да, 11 всего лишь. Сапоги. Так, а что можно сделать? Сыромятное, железное. Ух! Сколько железного можно сделать. Железный слиток один, а на эти два. 4 железных слитка. А что самое маленькое? Полоска кожи. Одна полоска и один слиток. Остальное все много берет. Железный кинжал. Так, 2, 4, 5. А если мы еще один создадим? Железный слиток один тратится и одна полоска кожи. Ну, 4, 5. Ух! Скакануло как. Повышается до 25. Клёво. А что мне дает кузнечное дело? Чик. Ну, еще один уровень сделаем. Прикольно. Два уровня подняли. Так, заточить надо. Железный кинжал. А что у меня их 4? А что у меня 4? Небесный стальной сейчас улучшим. Так, а если точишь? Слабенько увеличивает. Железный слиток тратится на то, чтобы заточить. Ну, улучшить как бы кинжал. Железный слиток тратится. А процентное отношение кузнечного дела, например, повышается. Очень мало. Да. Совсем чуть-чуть. Так, а если изготовить? Изготовить один железный кинжал. Тратит тоже один. Ну и еще полоску кожи одну. Но зато какой прогресс. Кинжал. Ну, еще один уровень. Ну, железный кинжал, это выгодно. Очень выгодно. Раз. Два.